Ночная погоня. Во время патрулирования улицы Большая Казачья сотрудники ГАИ остановили двух автолюбителей на мопедах. У одного из водителей не оказалось государственных номеров, и молодой человек попытался скрыться. Сотрудники ДПС пустились в погоню за нарушителем. Продолжительное время молодому человеку удавалось отрываться от полицейских. Но на перекрестке улиц Большая Садовая и Пугачева мотоциклист не справился с управлением и врезался в минивэн. В результате ДТП водителя мотоцикла госпитализировали с различными травмами в лечебное учреждение Саратова.